Привет. 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 Короче, этот. Мы нашли еще одну заброшку. Мы сейчас ехали, нашли. Короче, мы просто фотосессию хотим сделать мне на этом прекрасном поле. И вот тут решили небольшую заброшку нашли. Извините за посторонние звуки, это мне пишут. Офигеть, у тебя там, блин, азбука можно. Короче, короче, пошлите смотреть. Да. Пошлите. Пошлите. Короче, догоняйте, давайте догонять. Какое-то хранилище было. О, друзья. Друзья мои, подписчики, какое-то хранилище. Как это? А, 10А. 10А, я ша-а. 10А. Сейчас близко покажу. Ух ты. Да, я туда, об этом. Смотри, как это чурало. Сейчас посмотрим. Как пройти? Да я просто покажу, что 10А какая там. И, блин, что тут хранилось, я не знаю. Бомбы. Да, блин, хрен его знает, все может быть. 10А. Без понятия. Так. Да, 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 да. Вот тоже так подумал, наверное, было. А сейчас мы потом второй туда зайдем. Иди пока, посмотри, что можно. Вот такая разбуха. Дыр какая-то. Делали. Копали что-то, добывали. Чё? А, да я сейчас эту сниму. И туда пойдем. О, смотри. Развалили все. Россияне, блин. Ой, блин, что-то у меня политика пошла. Не, у меня что-то политика пошла. Дальше пойдем. А, я с тобой помню. Да? Я в балетках, мне не скользят. В балетках? Нифига себе ты. Я вообще не скажу. Прикольно, конечно. Нифига ты. Я знаю, где телефон. Где? Тут осторожно телефон, а телефон где? Чувствуешь? Ты же помаду мою чувствовал? Я увидел. О, блин, смотри-ка. Страшно-ка. Разброшено все. Упало. Тут тоже походу все. Да, бляха, я тут пытались там падать. Это все даже ни хрена не понятно, что там было. Стена такая там огромная. Разруха, блин. Походу какое-то помещение было для чего-то. Уже давно, не давно было. Чё, природа берет свое, видишь, что внутри уже деревья растет. Вот Машка уселась. Да. Да, да, да. Ссылка будет в описании. Ой, блин, это вообще стена, походу, довоенная, Маш. Вообще выглядит такой довоенный. Да. Старина, блин. Ну тут страшно, видишь, там разруха, блин, плиты на соплях стоят. Близко уходить, тут нифиг надо. Ну да. А ты что-то вижу интересное. Без понятия, что там. Не буду же. Давай поближе подойдем. Да? Давай, не пугайся. Самому страшно. Президент на телефоне. Да. Пишется. А вон там нам можно подняться, нет? Там не поднимешься. Да, он красивый вообще, обалденный, да? Такой. Чё, не с Усанин?
что у нас за отпускание? Да. Что, нормально? Залезла? Ты... Что тут? Разруха. Ай, да, тут поближе тогда. Давай, я пойду первый. Что, там дырка, что ли? Нет, ты не должен уйти. Да? Иди, ты тогда, тебе толкаешь. Бля, Маша, знаешь, как страшно, а вдруг яма какая-нибудь? Я просто потихоньку шла, пока ты не толкнул. Да? Да. Да ладно, не ври. Мы идем же. Мы идем пятачком. Куда большой секрет. Стена такая ровная, офигеть. Да, военные, наверное. Немцы строили. Может быть, а хочу его узнать. Почему нет? О, какая высота. Слышал? Выстрелы. Это кто там? Блин, страшно. Ну, где я шел, то там и иди. Блин, выстрелы. Маш, выстрелы. Ну, ты слышал только что? Не просто так же. Красота, смотрите, люди. Обалденная красота, люди. Выстрелы были оттуда. Только что слышно было. Красота. Вот опять. Офигеть, да? Что там, война, что ли, блин? Ты что там, война, что ли, блин, стреляют, а? Вот такие, друзья, разлух. Ну, блин, страшно, может, вниз пойдут, тут попадут ни хрена себя, тебя убьют. Вот такие дела. Забыл, где я шел. Блин, пытаюсь. Я иду как-то на ощупь. Что-то уже там бабануло у кого-то. У всех граждан. Нам где не соглашаются никуда идти. А куда они предлагают? Киношку. А, это? Давайте компанию большую соберем, в киношку пойдем, пошли сюда сходим. А я такая, заразно соглашаюсь. Четко ты сказала. А да, на следующий. Да. Стоп. Ой, я кидаю. Просто толкаешь. О, блин. Чё ты так жёстко-то? Больно же. Я просто падала. Падала. Это рефлекс. Не здесь. Точно? Там, наверное. А там же дорожка выбежала. Вот тут, наверное, 100%. Я только осторожно, давай чуть-чуть. Главное, не ёбнуть. Ой, мне болит скачать.
это вот, прилип, как-то прилипал их. Что, страшно, Маш? А ветки скользят. Давай, без матов мы это тут. 18 плюс. Я просто эмоции замкнули. Балет. Еще раз я пойду в балетках. Лазить, дура. Ты мне не пожалуйста. Ты ладно, все. Ну, заметано. Я такой дурой, не а тут вам лучше спускаться, чем там. Я это пахну. Давай этот стряхнись. Где ты шлялась? Машка. Я бы сказала, где я шлялась. Да? Да. Если честно, у меня тоже есть. А вон, вон можно, тоже место нормально. Ну я там и собиралась фоткать. А тут? Это... И здесь. Да? Короче, в Инстаграм подписываемся. Mm-hmm. Там будут такие классные фотки, поверьте мне, классные. Я, да, ссылка будет под видео. И попробуй не подписаться, mm-hmm. найду вас всех. Да. Это же образ вождя. Образ. Шалшиц. Ну, взаимные лайки, взаимные подписки, все 100%, без обмана. Да, да. Реклама. Сейчас еще будет еще одно видео, потом будет следующее. Включаем, смотрим, подписываемся на меня, любимую. И да. Повторим. Да. Да. Лайком вот этого человека. Прекрасно. Лайки Машке. Мне подписки. Все попало ровно. Ровно. Да. Подписаться в Инстаграм снизу. Не забудьте. Да. Ссылочку будет. Смотрите. Да.